Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорные прохождения с Михаилом и не только». Это мой очередной подкаст, где, в общем-то, я возвращаюсь через целый почти что год к своему каналу. Возможно, многие, наверное, даже из моих подписчиков, наверное, посмотрят, когда видео, наверное, не ожидали, что я вернусь. Просто уже, наверное, бросил все прохождение, но решил, в общем, где-то на 2 месяца еще там позаписывать в прохождении, пока у меня свободное время появилось. А так, можно сказать, я, наверное, для многих это и студентов, и вообще летние каникулы. Так я, в общем-то, снова, в общем-то, начал, в общем, учиться в музыкальном колледже. Об этом я, конечно, не говорил, хотя, в общем, одному там своему другу писал, когда он мне спрашивал. В общем, тем самым я на эти 2 месяца вернусь к своим прохождениям. Пока, в общем-то, буду выкладывать, как обычно, было где-то, в общем, год назад. Подкаст, в общем, решил записать, в общем, чтобы такое сделать, такое оповещение всех, кто, возможно, ждет мои прохождения, новых видео, чтобы знали, что в ближайшее время, даже, наверное, сегодня точно, или там завтра, как минимум, появится новое видео. Конечно же, я продолжу старые свои все прохождения. Хотя, конечно, вот, наверное, одна плохая новость в том, что стоит, что все эти видео, которые там до этого записывал, я, в общем, ударил, и думал вначале, что вообще не вернусь, просто что-то, не знаю, какое-то настроение было плохое, что ли, не знаю. В общем, поударил все. И просто мне памяти не хватало для того, чтобы потом летом, где-то, по-моему, еще в прошлом, для некоторых там игр, которые хотел пройти очень сильно. Это, по-моему, Ведьмак там, по-моему, 3-й еще. Resident Evil ремейки 2-3 части. И, в общем, как раз я их тогда еще проходил, полностью прошел, в общем-то, очень сильно понравилось, и прохождение по этим играм точно будет по Ведьмаку 3-му. И Resident Evil 8 даже я там, в общем-то, начал играть ее, и очень сильно мне нравится эта игра, понравилась. И даже, может быть, я как раз эту игру, может быть, и начну проходить по новую пока что. И пока старую еще некоторые там буду выкладываться, тоже записывать. Так, для разнообразия немножко канала. Такую новинку начну проходить. Resident Evil 8. Ну, конечно, попутно, в том числе, конечно, буду проходить и старые резиденты допройду, Umbrella Chronicles. Придется, конечно, перезаписать там многие бонусные видео, которые до этого уже записал, помню, и последние там серии. Ну, ладно, перепройду, перезапишу, в общем. Мне сохранения остались, и этого будет, в общем, не проблема. По сравнению с предыдущими проблемами, когда у меня компьютеры были, проблемы, там, приходилось перепроходить заново. Тогда, в общем, у меня сохранение не сохранилось. Сейчас же я лучше поступил, в общем, сохранения остались. В общем, будем проходить Resident Evil Umbrella Chronicles, вторую часть, в общем, все остальные игры, там, Devil May Cry 5, Звездные войны, Ведьмак 2, Гарри Поттера, Dying Light, Dead Space Extraction, ну и там подобные. И попутно, да, и визуальный новелл, в том числе, когда получится кадр, ну и в том числе и начну, думаю, Resident Evil 8. Хотя, она, конечно, стоила бы начать 7-й части, но она просто вышла, вот мне не хочется ее записать прохождение этой игры. Игра вообще шикарная, мне очень сильно понравилась, конечно. Хотя она близка, чем по духу, к 4-й части, которая, я считаю, с которой началась, в общем-то, отход серии не в ту сторону. В сторону экшена. Ну, ладно. Но игра все равно атмосферная, она здесь как бы совмещает в себе черты 4-й, и в том числе и этой. В старых частей тоже есть много чего. Головоломки очень интересные. Это уже заметил там. И много, ну, в общем, прохождение это покажу. Я как раз все начну проходить. Плюс к всему скажу заранее. Хотя не буду об этом ладно говорить. Скажу первой серии. Вот так вот. Там после этого и 7-ю часть перейдем. Можно и пока и так. Я 7-ю часть уже проходил, уже знаю более-менее. Так что хотя бы не порядка будет, но что-то мне просто вот хочется ее пройти, блин. Тем самым многие свои эмоции первые показать, это и вообще. Хотя, конечно, часть уже прошел. Но не самую, думаю, интересную. Но есть про это потом. В общем, прохождение в сети продолжится. Пока что 2 месяца. Хотя, конечно, может быть, они... Но в остальное время, конечно, когда у меня там снова учеба начнется, я записывать не буду, но иногда, если найдется вдруг так, немножко минутка, а в работу видео там выложу, в выходные, например, и все. Чтобы канал еще как-то жил. А так-то раз на время будут записывать, когда будет свободное время, выходные, там, зимой, там, зимние эти вот
какие-то такие новогодние эти отдых и летом. Ну и остальное тоже время. Записывать буду только лишь вот летом и зимой, когда свободное время будет, чтобы не вредить учебе. Так, ну в общем-то так-то все. А, можно было бы больше, наверное, ничего бы рассказать. Самые важные новости. Ну, как обычно, в общем, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, если там новые подписчики все равно появляются. И напоследок можно сказать еще то, что сколько там подписчиков уже на канале имеется. Так-то если посмотреть в моей группе ВКонтакте, когда я там обновлял, в общем-то, количество подписчиков и просмотров видео 2 апреля только 2020 года, по-моему, как раз еще перед выходом ремейка 3 Resident Evil. Да, на канале было 5973 подписчика, а сейчас, по-моему, где-то 6000... Так, посмотрим творческой студии Ютуба канала. 6319. Так, а просмотров видео, если было тому времени 2 114 171 просмотр, то сейчас, в общем, 2 296 342 просмотра. Вот так вот. Где-то примерно чуть ли не 200 тысяч прибавилось, почти что. Чуть-чуть не хватает. Подписчиков так тоже. Где-то 300, наверное, с чем-то. Если так считать. Ну да, 300 с чем-то. В общем, да. Конечно, за этот год много чего случилось. Я уже говорил там, опробовал, конечно, ремейки. Ну, это летом, когда было время. Остальное время там свободного не было. Ремейки второй, там, третьей части прошел. Седьмую часть. Восьмую вот немного попробовал. Этим вот летом. Вот так. И еще что там? А еще там и Stalker 2 же помонсировали, наконец-то переанонсировали. Перезапуск на движке Unreal Engine 4. Что очень сильно жду, потому что все-таки я проходил оригинальные Stalker 3 части и до модификации многие там. Некоторые пока что. И очень сильно жду продолжения. Что там показали, конечно, шикарно в плане графики, да и вообще, думаю, сюжет будет, надеюсь, интересен. Хотя, конечно, не верится, что такого может быть. После ситуации там с многими играми, которые показывали в начале очень красивую графику на примере Watch Dogs. Да, Watch Dogs от Ubisoft, да, потом уже что. Был так себе. Хотя тоже Watch Dogs, в общем-то, я пройду тоже на канале, когда будет возможность. Это, в общем, ладно, про это забудем. Так-то, в общем, подписывайтесь на мой канал, на мою группу ВКонтакте, здесь я выкладываю голосование по поводу будущего прохождения и в том числе и заявил визин, конечно, тоже будет. Взяться. И, в общем, здесь и расписание выкладывания видео, и там новости по поводу рубрик, и которые тоже я не забуду, тоже буду выкладывать, там, и мультиплеерная баталия, и проверка на страх, и что там, и ностальгия по играм, и по играм на Sega Dendy, там, те же эмуляторы сотовых телефонов, там некоторые есть, наподобие асфальта, Street Rules, и последняя там, какая-то еще рубрика, я уже забыл. Какая была? Спрашиваю самого себя. А вот и тишина. Чё это какая? Ну, в общем, какая-то еще третья, уже забыл уже. Ну ладно, все. Первое впечатление, да. Там проходил ремейк, демо-версию третьего ремейка, который мне в итоге понравилась, и полная версия, хотя, конечно, там много чего. В общем, на этом показ, думаю, я закончу. На этой точке. Увидимся в прохождениях. Где-то сегодня, либо завтра. Видео как раз я выложу и запишу в том числе. Хотя, конечно, много придется перезаписывать, но это не проблема. Даже хочется вернуться, но вновь эти игры перепройти многие моменты. На этом все. Всем до скорой встречи, дорогие зрители и подписчики моего канала. Если видео понравится, поставьте лайк. Если там можете оставить комментарии, советы по насчет канала, насчет там в том числе будущих прохождений, предложения. На этом все. Всем до скорой встречи, дорогие зрители и подписчики моего канала. Всем удачи и пока!